Решение, которое обеспечивает надежную и эффективную защиту от серой гнили и мучнистой росы. Мощный контроль болезней растений и защита урожая. Фузариоз стал бы последним поводом для беспокойства, если бы у меня был фунгицид с высокой эффективностью и возможностью выходить с обработкой в более ранние сроки. Решение для защиты культуры от широкого спектра болезней даже на поздних стадиях их развития, действующее в течение месяца и дольше, было бы идеальным. Нужен продукт, который может контролировать сразу целый ряд болезней и снизить мои затраты на фунгициды. Адипидин — это новая молекула. В 2011-м я впервые увидел действие адипидин в испытаниях, и меня поразил широкий спектр его действия, особенно против трудноконтролируемых болезней. Некоторые из них тяжело контролировать традиционными фунгицидами, и адипидин — поистине инновационное действующее вещество в классе карбоксамидов. Первые фунгициды класса карбоксамидов выпущены на рынок в 1966 году. Долгое время в отрасли преобладало мнение, что создание препарата широкого спектра действия маловероятно. Мы уже создали два хороших действующих вещества, но нам удалось разработать еще одно, более мощное и эффективное. И этим мы, конечно, можем гордиться. Это единственный пиразокарбоксамид, полученный из алифатического амина. Благодаря метоксигруппе в своем уникальном строении адипидин помещен в новую группу согласно классификации ФРАГ. Думаю, теперь, когда у нас есть салатинол и адипидин, конкурентам в будущем придется нелегко. Мы поражены превосходной дождеустойчивостью технологии адипидин и не наблюдали ничего подобного на рынке пестицидов за последние 30 лет. Больше всего меня удивляет, как адипидин закрепляется на поверхности листьев сельхозкультур, независимо от их способности к поглощению. Его устойчивость к осадкам просто феноменальная. Адипидин в фунгицидах семейства Миравис надежно связывается с восковым слоем листа и постепенно проникает внутрь. Вещество перемещается по ксилеме и всегда вовремя оказывается в нужном месте, обеспечивая защиту. Адипидин восхищает, потому что обладает очень высокой активностью. Он эффективно воздействует на целый ряд ферментов succinat-дегидрогеназы. Мы сравнили активность адипидин с различными SDHI-препаратами, представленными на рынке. И в каждом случае видели, что адипидин обладает самой высокой активностью. Применение фунгицидов из семейства Миравис может стать новым эффективным способом защиты от фузариоза колоса. С этим патогеном очень трудно справиться. Но новые препараты кардинально меняют правила игры. Эффективность Миравис не уникальна. Я бы сказал, судя по тому, что я видел в теплице, это самый мощный SDHI-фунгицид против таких болезней, как септориоз и сетчатая пятнистость. Он гораздо эффективнее других препаратов и стоит того, чтобы отдать ему предпочтение. Если сравнивать с другими фунгицидами, которые используются в настоящее время, Миравис Нео действительно нечто особенное. С помощью препарата Миравис мы вышли на высокий уровень контроля болезней растений. Мы провели лабораторные испытания и отметили отличное ингибирование прорастания спор гриба, а также роста мицелия. Получили отличные данные и в тепличных условиях. После этого подтвердили высокую эффективность препарата в поле. Овощеводы выращивают большое количество разнообразных культур, поэтому для них очень важно иметь один препарат, который эффективно контролирует широкий спектр болезней. Адипидин, несомненно, демонстрирует новый уровень защиты от листовых пятнистостей. Он также очень эффективен против мучнистой росы и таких трудноконтролируемых болезней, как серая гниль, пятнистость сои и фузариоз колоса. Адипидин протестирован более чем в 20 странах на самых разных культурах. От кукурузы, сои и зерновых до специальных овощных культур. Даже небольшое количество действующего вещества обладает высокой эффективностью, позволяя минимально воздействовать на окружающую среду. В некоторых странах возможно применение продукта при помощи малообъемного авиапрыскивания.
Перечень сельхозкультур для применения фунгицида весьма обширен. Продукт универсален, поэтому его регистрация ожидается почти во всех странах мира. Новый фунгицид имеет высокую степень безопасности как для пользователей, потребителей, так и для окружающей среды. Для меня это эффективное и надежное решение означает, что у нас есть препараты, которые сельхозпроизводителям очень удобно использовать. Фунгициды семейства Miravis обладают высокой эффективностью, отличаются превосходной дождеустойчивостью и стабильностью. В настоящее время не существует препаратов, эффективность которых могла бы сравниться с фунгицидами семейства Miravis. Они действительно превосходят всех. Как только вы в этом убедитесь, то не променяйте их ни на что другое. Препараты семейства Miravis станут главными фунгицидами для всех агропроизводителей, особенно когда необходима надежность и эффективность.